Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников-скульпторов по книге «Великий музей мира» Жюль Бастиен Лепаж. Работа называется «Ничего не делая». 1882 год. Холст масла 132/89. Французский художник Жюль Бастиен Лепаж обучался живописи у Александра Кабанеля и позже поступил в школу изящных искусств. Он принимал участие в немецко-французской войне, в ходе которой был ранен. Бастиен Лепаж в начале 1880-х годов совершил путешествие по Италии и Англии, посетил Алжир. Большую часть своего времени он проводил на севере Франции, где был широко известен. Его кисти принадлежат полотна на исторические сюжеты и портреты. Особую популярность мастеру принесли композиции, изображающие сцены из жизни крестьян. Довольно часто художник работал на пленэре, испытывая влияние Гюстава Курбе, Жана Франсуа Милле и Эдуарда Мане. Одна из этих работ, «Ничего не делая», представлена в экспозиции Национальной галереи Шотландии. На ней изображен нищий мальчишка лет 12. Он одет в старое заношенное пальтишко, короткие закатанные брюки и стоптанные башмаки без шнурков. Герой с интересом смотрит на зрителя, в руках держит длинный хлыст, а за его спиной можно увидеть трубу. Эти детали позволяют предположить, что ребенок управлял лошадьми, которые тянули по реке Баржу, и должен был оповещать о ее прибытии к месту назначения. Данное полотно было показано на посмертной выставке художника, которая состоялась в 1885 году в Париже. Ну, вот такое описание в книге «Великий музей мира» я нашел к работе «Ничего не делая» автора Жюль Бастиен Лепаж. Пока-пока, до свидания.